Всем привет, это Алекс. И сегодня я хочу вам рассказать, где найти легендарные ботинки Соло с позолоченным носком. Чем интересны эти ботинки? Во-первых, они сами по себе имеют достаточно хорошие показатели брони, ну и во-вторых, в них есть слоты расширения под разного рода модификации, которые можно дополнительно на них установить. Модификации можно купить в магазинах одежды. Имейте в виду, что количество слотов расширения и модификаций случайно генерируется в тот момент, когда вы подходите к месту, где хранятся легендарные предметы. Поэтому я вам крайне рекомендую предварительно сохраняться на случай, если выпавшая вам модификация или количество слотов окажется явно неудачным. Давайте посмотрим по карте, где их можно найти. Отправная точка быстрого перемещения – рынок Кабуки, который находится в районе Кабуки. Это на севере Найт-Сити в Уотсоне. Вы будете находиться рядом с ботинками, когда будете выполнять квест Реджины Джонс «Девушка из Ла-Манчи». Итак, спускаемся на рынок, идем по левой стороне до лифта и поднимаемся на нем на самый верхний доступный этаж. Затем идем налево, видим палатку торговца. Заглядываем за прилавок и видим ящик, который светится оранжевым. В нем-то и находятся легендарные ботинки Соло с позолоченным носком. Носите на здоровье. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Приглашаю вас в русскоязычный дискорд-канал по киберпанк. Ссылка будет в описании. Всем побед, удачи, пока-пока.